Сегодня мы будем играть в The Survival Game, а точнее мы построим цивилизацию и устроим настоящую войну. У нас есть несколько кланов. Это мой клан. Клан синих, белых, желтых, но мой самый крутой. Давайте, команды, расходимся и начинаем разбиваться. Давайте, все красные, идемте за мной. О, смотрите, какой очень мудрый человек. У него большая борода и еще у него есть железная броня. Ай, на нас синие напали. Вот он нашу броню украл. Теперь бегает и нас пытается убить. Желтые уже сделали себе луки. Желтые, Готим. Синие и желтые хотят объединяться вместе. Но мы идем в пещеру и добудем много ресурсов. Вот тут есть самый большой клан желтых. У них 15 человек, даже у нас меньше. Это пещера? Со мной. Интересно, как там идет развитие у остальных команд? У нас тут все очень странно. Здесь есть какая-то руда, смотрите, надо ее добыть. Это копер... А, это медь. Не знаю, зачем она нам нужна, но, наверное, пригодится. Все, теперь я тоже как рыцарь настоящий. А, нам не под силу железо. Как это так? Не знаю, нам как-то надо его добыть. Молодцы, вох, какой сильный мудрец. Желтый пришел к нам и говорит, дайте покушать. Ну ладно, дайте ему покушать. Надо выбираться из этой пещеры, мы здесь не выживем. Давайте не будем жить в пустыне и пойдем отправимся в путешествие по морю и захватим весь мир. Как эти, как их там? Я сделал лодки. Так, садимся на наши первоклассные корабли и отправляемся в путешествие по миру. Юрес! QRS, давай сюда. Теперь QRS в команде ухов. А уехали? Какой же прекрасный мир не в пустыне, да? Давайте захватывать эту территорию. Ладно, давайте наверх поднимемся. Сюда еще кто-то приплыл, не из наших. Он в железной броне. Ой, он достал меч. Будьте наготове, берите дубинки. Стоять на месте. Он начал наших рубить. Бьем его, заберем всю его сталь. Ай. Он убил наших! В атаку! О, он еще двоих убил! Стой, давай перемирие! Давай перемирие, стой! Мы тебя не будем бить, вот видишь, я без оружия. Давай мир! Бас Аки. Я сам по себе. Но все равно он наш союзник. А то он слишком сильный. Ладно, я с вами. Бас Аки, Бас Аки. Показывай нам дорогу куда-нибудь. Я захватил статую, смотрите. Путешествие! Наша тима будет жесткая и сильная. Согласен с тобой. Давайте захватим этот остров. Опа. Тут есть какие-то олени. Давайте не будем истреблять оленей, а то они все вымрут. Нет, не бейте оленей. Нет, стоп. Мы будем вегетарианцами. Так, молодец. Добывает ягоды. Давайте здесь обоснуем наше, наш город великих этих людей. Там желтые, они хотят там тоже базу построить. Мы им не дадим, у нас есть дубинки. О, в атаку. Это наша земля, и мы ее вам не отдадим. Тут даже капуста растет, видите, давайте ее соберем. О, кто-то уже построил стену с шипами. Ура, я вас нашел. Басаки, Басаки. О, Басаки дал мне великое оружие Басаки. Так, я одеваю на себя железную броню, которую мне дал Басаки. И беру меч, который мне дал Басаки. И беру вообще все, что мне дал Басаки. Теперь я стал рыцарем, как ты. Спасибо. А куда ты пойдешь, о, странник? Ух, у меня есть курятина. Ах ты ж курица. Басаки будет жить рядом, но он уходит. Ладно, давайте обоснуем наше государство. Благодаря Басаки у меня есть крутая вещи, короче. У нас есть даже печка. Это что за иностранец еще, а? Как эти коины получать? Я хочу себе плащ. Дай дубинку. Идите, берите камни, топоры, рубите деревья и стройте дома. О, Агуша, да ты молодец. Что это ты посадил здесь? Это ягоды и капуста. Я назначаю тебя главным по продовольствию в этой империи. Ура. Ого, у Басаки есть арбалет, какой он мощный. У него даже есть корона, он король. А мне тоже корона нужна, чтобы быть королем империи. Кому нужна еда, в очередь. О, он стал в очередь, видите? Дай ему еду. За нами шпионили! Нам нужны стрелы. Басаки, 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 Басаки. Басаки будет проживать на наших территориях, и его мы не будем трогать. Все равно нам Басаки не победить, он нас с одного удара убьет. Это крепость! Ее что ли Басаки возьмем? Крепость Басаки. Басаки уже сделал крепость, а мы даже не можем сарай построить. Да день будет. Почему так темно? Не люблю темноту. Великий Басаки подарил мне железо. Зачем? Кто вам может дать еды? Стоп, ты же главный по фермерству, а? Да. Наши огороды были разграблены. Ладно, пока, Басаки. За мной в плен!
Так, все, ты взят в плен. Мы даже не подозревали, что он является владельцем самого крупного государства. Из-за того, что мы его взяли в плен, оно развалилось. Да и вообще, оно само как-то развалилось. Так что мы не виноваты. Розовый, фиолетовый. Ой, вы что делаете? Так, сейчас будем искать этих зеленых, которые нас ограбили. Зеленые, если вы меня слышите, мы вас найдем и уничтожим. Там зеленый. Огонь! Не дайте зеленым к нам пройти. Какой-то камикадзе на нас напал. Мы найдем зеленых. Империя ухов будет развиваться. Стойте, не убивайте, не убивайте его. Что тебе нужно? О, странствующий бекон. Я хочу в клан. Хорошо, мы тебя примем. Теперь он с нами. Макс Мэлло строит настоящий красивый дом. С дверью. Вау. Молодец. Так, найдите зеленых. Хотя нет, не надо их искать. Зеленая империя там. О, да, я их там вижу. Вот балбесы. О, Басаки, можешь помочь уничтожить этих зеленых? Конечно. Какие там, я тебе покажу, где они. Они вон там. Построили себе какую-то там будку. Ха-ха-ха. Думают, так просто будут наши огороды воровать и нас убивать спокойно, да? Басаки вам сейчас покажет. В атаку, Басаки. Захватывай их. Щенок. Так, Басаки уже наверху. Ха. Все. Мы захватили базу зеленых. Зеленые повержены. Теперь это наша земля. Мы захватили зеленую базу. А. Что за камикадзе там был? Он убил нашего и убежал, зеленый. А ну стоять, монолит! А, он уплывает на лодке. О, Басаки. За монолитом, вон он там. Догоняем монолита. Ты будешь захвачен, сдавайся, и мы тебя пощадим. А, шторм. О, он его подстрелил. Монолит повержен. Он сидел в этой лодке. Поехали домой, пожалуйста, подвези. Наш, за бортом. Как ты свалился так-то? Поехали, домой, на родину. Люди, а где наша еда? Вон там шпион. Они за нами следили. Вот зеленый. И там тоже зеленый. Они нас окружили. Ну ничего, мы не сдадимся без боя. Надо расширять наши бесконечные фермы. Ой, я нечаянно съел капусту. А как ее посадить? Я сажаю капусту. Давайте устроим бескрайние фермы за просторами нашего этого, нашей базы. Сейчас я буду здесь копать. Копать огород. Вот так бы в реальной жизни можно было? Хоп-хоп-хоп, и уже у тебя огромная ферма. И засаживаем. Пучками. Сажайте, что у кого есть. Вот я все, что у меня было, посадил. Это огород имени Уха. О, мы уже корабли построили, да? Молодцы. Вы даже порт сделали. Это я собрался. Я не грабитель, мне не дам. Так, давайте заново засазывать семечки. Засазывать, окей. О, фиолетовые на нас напали. У них арбалеты. У них луки есть. У нас нет дальнобойного оружия, поэтому мы слабы перед ними. Все, оставьте один, вон там он. Молодец. За нами следят. Стоять. Он хочет мир. Я заключаю перемирие с тобой. Кто хочет отправиться со мной в экспедицию на поиски новых вещей? Я. Хорошо, давайте. А импостер и Алканаки и все остальные оставайтесь здесь, пожалуйста. Охраняйте нас. Будет сделано. Нельзя дать, чтобы зеленые на нас напали или еще кто-то там. Небольшая база. Здравствуйте, синие. Ты один, что ли, в своей команде? Мы вас не будем захватывать, не переживай. Вон там еще люди. У них там тоже своя база какая-то. Пойдемте тоже посмотрим. Так, а это у нас кто такие? Империя Хайпуса. Да уж. О, монолит. Стоп. Он же в составе зеленых был. Наши эти огороды воровал, пока нас не было. Ладно, оставим его. Я так понял, зеленые этот распались на несколько государств. Тут фиолетовые, там синие. Я как продовольственный царь, который садит все, должен накормить наш весь народ. Да. А тут весь наш народ просто сидит и кушает. Согласен. Термиты. Так, с этого момента начинается война. Мы захватываем весь мир. А, как долго рубится дом. Мы его раз захватили. Тут никого нет. Зачем мы разгромили этот дом? Просто так нечаянно, да, реально. На этот раз мы не будем ждать, пока нам откроют ворота. Мы их выбьем. О, все, мы выбили врата и зашли сюда. Все фиолетовые сбежали отсюда. Почему они... Мне кажется, они объединились где-то. Надо их найти. Синие, остановись. Ну почему вы убегаете? Стойте. Где зеленые? Показывай дорогу. Они хотят на нас напасть. Ладно, идем за мной, синий. Мы возьмем тебя в плен.
Все, он согласился, он идет в плен. А! Он обманул, он начал убегать. Он говорит, не хочет в плен. Теперь. А что тогда соглашался? Сейчас я его поймаю. Все, синий был пойман. Он так и не показал, где зеленый, в плен не попал. Я опять без ничего возвращаюсь домой. Я на нашей базе. Кто разграбил весь огород, а? Я. Арконус, ты что вообще? Знаешь, сколько я его засаживал? Я ну все, это война. Я что? Пошутил. А, да? Просто... Мы сейчас будем захватывать этих врагов наших. Опа. Я буду с камнем прям. С камнем? Я тебе меч дам и броню, хорошо? Империя Хайпуса. Там у них новый предводитель. Чего они себе предводители меняют? Ну ладно. Нам надо захватить весь мир. Давайте я буду лучником. Зачем вы зарезали оленя? Куда выдвигаемся? Вон, за мной, смотрите, там зеленый. Давайте осторожно за ним его преследовать, он нас приведет к базе. Ну давай, иди к своей базе быстро, зеленый. Ух, это так себе будет работать только в том случае, если тебя не слышно. Так, показывай, где твоя база. Ой, простите. Нас рейдят! Кто-то на базе есть, мы не можем возвращаться, нам надо уничтожить. Зеленые! Ух, нас зарейдили. Не отступаем, басаки. Они специально сейчас нападают и хотят, чтобы мы вернулись. Нам нужно найти их. Они где-то в горах. Меня фиолетовый! Я зеленого вижу. Я понял, откуда они приходят. Они в горе живут. Они титановую базу построили. Они что сделали? Они на горе. Я пойду и захвачу базу. У них более выгодная позиция. Да, ничего страшного. Сзади... Там еще зеленые. Да, деритесь, деритесь, не сдавайтесь. Мы, я уже у их ворот. Ой, они сделали лезут. Двухслойную защиту. Готово. Так, мы на горе. Зеленых здесь нет. Да, они со всех сторон, что ли, нападают? Да, они просто наш город окружили со всех сторон абсолютно. Он даже мне представляет угрозу. Ого, вот это он. У него, смотри, какая-то этот шапка волка. Волка. Что за месиво вообще? А, вон я их вижу. Ну, я только что... Все на нас напали. Видят жестко! Я на туалете спокойно сидел, и меня убили. Деревянно уже все. Мы не сдадим позицию. Это дерьмо мне сделали, они проникают так через нашу базу. Сейчас. Опа. Что с ним? Ух, молодец, ух, хорош. Вот он! Он присоединился к зеленым! Кто? Сейчас я тебе Сина? Помогу. Да. У меня брони наш нет, корабль, дайте, наша крепость. Если они захватят наш корабль, нам. Садимся на корабль. Он может лодку сломать своим. Рубим его, рубим его! Рубим, все. Нормально, нормально. Как? Они уплывают! Нет, он лодку сломал! Теперь у нас нет корабля. Фугу замочили. Нас обозвали попусками. На этом это видео будет заканчиваться. Вот такую цивилизацию мы смогли сделать и одолеть другие цивилизации. Правда, они на нас напали, но это ничего страшного. Зеленый, давайте остановимся в этот момент завершения этого видео. Все. И убивайте моих. Я просто хотел мира. Теперь я полный нуб.